Приветствую вас. Я бы сказал, что вопрос поставлен некорректно ваш. Вот вопрос, как вот вы его задаете, да, он поставлен очень некорректно, потому что он непонятно, кто что кому сказал, да, кто вообще парень в этой ситуации. Ваш или не ваш, да, то есть вот вы пишете, да, парень улыбнулся, где-то, значит, то есть тут вообще важен контекст, именно вот то психоэмоциональное, наверное, значение всему этому, которые предавали люди, вот, понимаете, вот это, пожалуй, самое важное, а не то, кто что сказал там, и почему сказал, да, и так далее, вот, то есть, на мой взгляд, это вот такой момент, и его, на мой взгляд, в первую очередь нужно отслеживать. Но, как вот мне показалось, да, исходя из того, что вы написали, мне показалось, что человек, в данном случае парень, он обрадовался тому, что появился повод, именно повод обратить внимание на, ну, грубо говоря, на вас, да, то есть у него появился повод лишний раз на вас там, посмотреть, лишний раз, значит, как-то вот обратить внимание на вас, короче говоря. Вот, мне кажется, что дело, собственно, в этом, вот, на мой взгляд, по крайней мере, да, дело в этом, вот. И на мой взгляд, опять же, на мой взгляд, парень улыбнулся, потому что ему нравится, вот, условно говоря, обращать, значит, ну, внимание на вас, ему это нравится, его это, соответственно, привлекает, вот, ему это как бы по душе, вот, и, соответственно, поэтому улыбается. Вот, есть, конечно, еще один нюанс в этой всей истории. Он заключается в том, что человеку нравится, например, да, как вы, допустим, реагируете на какие-то вещи, да, то есть ему нравится, как вы реагируете на, там, к примеру, вот, ну, допустим, на то же внимание, да, к себе, со стороны кого-то, вот, то есть ему нравится ваша реакция, и поэтому он улыбается, то есть у него есть к вам симпатия определенная, да, ну, то есть нельзя сказать, какая именно симпатия у него к вам, вот. Но совершенно очевидно, да, что вот какая-то симпатия все-таки у него есть какая-то к вам.
Вот. Соответственно, как-то обратить на вас внимание так просто, да? Ну, мужчина, вероятно, еще стесняется. Я так вот думаю, да, что он не готов так еще вот просто обращать на вас внимание. То есть ему это, как кажется, неуместно, поэтому рад любой возможности. Вот, но в целом это вопрос, который не, ну, некорректно поставлен совершенно. Вот. Именно по той вот простой причине, что не ясен контекст. Кто, чего, почему, как, вот это все не ясно, к сожалению. Ну вот, как это мне видит, по крайней мере. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.